Хотите больше контента сражений на полях Армы 3? Представляю вашему вниманию канал Хардкилла. Отличная слаженная работа, диверсионные маневры, в которых важен навык каждого напарника. Скоро на канале ожидается Дейс, Хант и новая колда. Плюс еженедельные стримы на Ютубе и на Твиче. Подписывайтесь. Ссылочка будет в описании под видео. Так, расцветет минут через 30-40, если что. Угу, принято. Там расцветет или начнет расцветать? Не знаю. Будет светло, сказали. А, окей. Северо-восток, блядь, от меня сейчас даю. Ну вот, примерно сюда. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, в Мазбет он садится. Мацап, ты работаешь? Да-да. Один перебегает с 30 в зеленку. В нашу сторону. Далеко? Да он же прибежал. Блять, ну ты догадался, куда прийти нахуй с пулеметом сейчас. По-моему, отличное место. Я походу убил его. Нет, нет, мой живой. Переходит. Он ниже спускает. Вот ДГП разорвалось. Там он. Он уже с хребет перебежал один. Убил одного, уже сделал тебя. Понял. Особенно справа. Убил одного. Хорошо. Они в этой зеленке уже, что ли? Да, я убил там одного. Понял, бля. Я там на 600 метров работал. Не тратьте особо, там может он так просочился. Да нет, двое было. Ранен? Нихера себе! У нас мигр минус! У нас! Глушак что ли какой-то? СПМ? Скажи, откуда? Мигр жив. Автоматом меня что-то срезало из автомата. Не одиночная. Ты живой? Нормально? Четко в башку мне попал. Хорошо, значит, прицелился. Откуда? ХЗ, глушитель. На 120 на гребне 3 головы. И, да, 3 головы на 120 на гребне. 4. Ёптач. Кто у нас пулеметчик лежал? Дал метку. Минус Б. Семерок, походу. Да, я этот тип вывел. Шайтан жив? Да. Там несколько снарядов прилетело, мне кажется, это вертушка. Может, Hellfire? Ну, скорее.
Лавка. Не вылезайте. Не вылезайте, нас. Дай дальномер. Там сидят бошки за горой. Надо более точнее определить. Так я... А, ты, ты где? А. По мне летит. Да-да, спускается уже. Откуда, не понял. Это вот по тебе сейчас? Да. Его там. Прямо у головы упало. На 1200 они на 140 с горы спускаются. Нет, не спускаются, они уже вот здесь вот где-то. Это по кому? По кому летит? ХД. Наши стреляли? Яры, не по тебе? С восток. Ярче. На 40, смотрите, кто-то стреляет. Поярче было, скорее всего. Я М-ку взял, если что. Мэтт в лесу, ты кавашника убивал. Там кавашник, да, лежит? Да, РС. КВ активно, но слышу. Так, вижу, пехота, блядь, движется. Бежит, сука. Попок пробежит, блядь. Ты меня можешь видеть, я вот присюда на 8. Все, 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 отлично. Из зеленки на 40 убили ярче. Вижу его труп. А, вижу, близко у нас, 100 метров. Вроде попал. Левые кусты. Ближе, ближе, ближе. Да, 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 да. Еще есть. Сотня. Сотня, сотня, азимут. Проходит по полю, еще одного забрал. У дороги, у дороги большая зеленка такая толстая. Ляха по нам. Все работает. Брак. Противник заходит к нам со 180. 180, понял. Сейчас посмотрю. Вроде. Свой? Вроде свой, он направляется стол в сторону севера, короче, вот два востока. Далеко? Да, это свой. У него планшет слева на боку. Точно есть такая. Оборона, короче, держит, понял. Сиду. Давай за мной тогда. Давай с тобой схожу. Да, внимание, на X3, они вылазят и смотрят на горку нашу. Так, проявилась лавка. Сам пики. По мне откуда летит, не понимаю. Это тебе пулеметчики, скорее всего, с километра. Так, Мидгард, не шевелись. Убрал под тобой одно. Они в нашу гору уже лезли. Получается, с севера на юг нашу гору. Север на юг? Ну, да. Юг на север, наверное. С северо-востока к нам на гору уже поднимались. Где Мингрид был? Зеленки, зеленки, по мне, да-да-да. В кустах сидит. Сука, что за ошибка, блядь? Убьете его, нет? Не могу. Если он к тебе начнет идти, я его... Он не пойдет, он в кустах сидит. Нет, он за лесом, получается, от тебя. Он в кустах.
Где-то вот тут, на моей синей. Нет. Теперь у дерева уже сидит. ГП еще восточнее, метров 50. Контакты. Одного тоже убил. Что? Серпом? Север, ровно север от нас. Ранен сильно. Ползи, 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 отползай, ползай. Че, у башни или где? Нет, 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 метров 200 с наших позиций на север. Да. А, ну, хорошо. Кто бежит сюда? Я бегу, Артём. Кто пулеметчик у нас слева? Серпов, ты убил одного? Засовывался. Серпов живой? Да, но я без знака. Ты одного убил? Не слышу. Дальше, дальше. Двоих убил, двоих. Да, да, я тоже по одному. Что с ГП? Не туда ГПшите. Я совсем рядом. Это АЭС. К вам подойду, заберу МК. Там все у вас чисто, нормально? Неизвестно. Пока неизвестно, они вышли, короче, с 50 с горы. Вы высоту нашу смотрите? Прокидываем время. Что за гранат? Наши мои, мои. По тебе богу. Пацаны спускаются. А ты мог, это 50. Чьи сейчас одиночные? Я работаю на 180. По дымам? Нет, 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 соседний холм 180, нет? Где-то наш холм примерно. 180. Подожди, с нашего холма работает? Примерно, да. С 180 нашего холма. Вот это кто хуярит? Я. По лесу по нашему. На север. Серпов посок. Серпов, по-моему, все. Здесь лежится.
Я работаю. 800 метров в поле. Дымы, дымы. И лавка. Убил наверху одного. К вам еще один поднимается. Я убил. Ранен. Уходи, уходи, уходи. Я убил, прям с тобой рядом был. Бляха, минус, Мэтт. Побил кто-то его, да? Да, издалека. Да, уходим вниз. Шайтан, уходи вниз. Город. Шайтан, они понял. Поднимаются, да? Они у нас на горе уже. Ну, спускайся вниз, блядь, встречать будешь уже. Это убили. Надо, нас тут разберут, блин. Хотите сходить, приказывал. Лавка с запада смотрит в нашу сторону, аккуратно. Главное, чтобы ко мне не спустились с нашей горы в тыл. Я вот, короче, ты тут... У меня! Убил! Не убил! У меня в елках в упоре. Дайте метку, где сверло. Убил. Еще убил. Еще. Там немка. С востока, с горы. Иду. С нашей горы? Да. Убил. Да ну его нахуй, блять, заебан уже реально этот АВ шайтан. Пиздец, каждый день нахуй убивает. Пиздец, что за хуйня, блядь? Давайте его запалим. Да читер он, блин. Какой-то неуловимый Джо, блядь. Сука. Отходи, отходи.
Живой по мне, да, херачил. Уебал мозга. Чё за КП? Гранаты. У тебя контакты близко? Да-да-да, в упор убил. Там с северо-востока по зеленке проходит. У меня в елках в упоре. Дайте метку, где северо-восток. Убил. Блять, не успею, не успею. Дал. Убил одного. Я еще одного убил. По полю полз, зараза. Ты работаешь? Я работаю, еще минус.
Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.